Первый этап сезона в премьер-лиге «Энергия» завершила победой. Ивановский баскетбольный клуб 1 апреля на выезде нанес поражение Курскому «Динамо» со счетом 80-76. Победа подняла «Энергию» на 7-ю строчку турнирной таблицы. По итогам первого этапа чемпионата ивановские баскетболистки провели 18 матчей. В 6 встречах одержали победу, в 12 потерпели поражение, набрав в итоге 24 очка. И уже 5 апреля в рамках 1/4 финала «Энергия» примет на своей площадке подмосковную «Спарту».